Изобрети свой стиль футбола FIFA Online 4. Играй бесплатно, будущие победы ждут тебя. Ссылка в описании. Здорово, Мавка микрофона, и сегодня в ролике, друзья, мы поговорим про BP-шки, что можно на них сделать, что можно на них купить, куда их потратить и так далее. Возможно, для многих этот ролик будет бесполезным, так как много тут, да, у нас стареньких игроков, олдов игры, и все уже шарят, да, за BP-шки, но, может быть, все-таки есть те, кто не знает, куда их потратить и что с ними вообще делать. Например, лично я столкнулся с такой проблемой, что у меня 200 тысяч BP-шек, я понимаю, что это немного, но девать я, честно говоря, не знал, куда их, и решил все-таки посмотреть, и давайте посмотрим, что из этого вышло. Хочу запустить конкурс на один Royal Pass, чтобы принять участие в этом конкурсе, тебе нужно быть подписан на мой канал, поставить лайк, написать комментарий 4 слов, сойди в ВКонтакте или Инстаграма и досмотреть ролик до конца. Итоги будут в следующем ролике, поэтому нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить их, но итоги из прошлого ролика ты видишь все на экране. Итак, друзья, первый способ — это кейсы, которые мы можем крутить, да, и выбивать всякие маечки, футболочки, там, штаны и так далее, да? Но самое крутое, что есть в этом кейсе, это мифическая юбка, и если у вас реально много бипишек, то попытайтесь обязательно выбить эту мифическую юбку, потому что лично я уже ее выбил как-то давно, да, и в принципе мне повезло, да, я получил мифическую юбочку, почему бы и нет, за бипишки. Значит, у меня сейчас 196 тысяч бипишек, и вначале вы, наверное, уже увидели, да, что я покрутил кейс, это был первый способ, куда можно будет потратить БП, и у меня почти 200 тысяч. Я понимаю, что это не совсем много, но все же, на них можешь это купить, и что же все-таки купить? Заходим, значит, в магазин, далее в магазин БП, и помимо кейсов, также можно купить что-нибудь тут. Например, карту миссий за 5000 БП, да? Это вообще, как по мне, я считаю, очень дешево. Еженедельный лимит у нас тут тоже есть. Можно купить такие аватарки, рамки, ну и также скины. Например, вот такой вот костюмчик, или вот такой вот. Навсегда он стоит 158 тысяч БП. Очень даже, вам скажу, неплохой костюм и смотрится прикольно. Далее, можно купить скины на оружие. Я сейчас, например, могу какой-нибудь скинчик купить, но также я могу купить отдельно ким штанцы, туфли, да, есть такой же скин, тоже очень прикольно выглядит, парашют, мелодия там. Ну, короче, друзья, очень много всего есть, но есть одна загвоздка, это прайм. Чтобы купить скины, нам нужен прайм, и прайм стоит у нас 75 рублей в месяц. Можно купить прайм на один месяц за 75 рублей, лично я считаю, очень, очень мало. Если вы хотите, я могу, в принципе, в следующем ролике разыграть 10 праймов, да? Напишите обязательно об этом в комментариях, разыгрывает ли прайм аккаунты на месяц, да? Ну, 75 рублей, друзья, я думаю, что у всех, ну, можно 1-2 дня, не знаю, сэкономить где-нибудь, 75 рублей, я думаю, у вас будет. Покупайте на месяц прайм аккаунт, потом отключаете постоянную покупку, да, чтобы у вас следующий месяц не купился. И покупаете себе скины за БП. Например, я сейчас хочу купить себе брелок, вот этот вот, не знаю, висюлька, украшение, то есть какой брелок, украшение. Навсегда он стоит 100 тысяч бипишек, и давайте я его куплю. Почему бы нет? Потому что девать мне эти БП некуда. Конечно, можно было купить эту вот рамку, но рамка мне особо-то не интересна. Если что, я могу сейчас ее купить. Ну а также, друзья, вы сможете покрутить кейс. Ну, я об этом вначале вам сказал, да? Так, давайте сейчас за серебро себе куплю вот эти вот купоны, да? Ну и вроде бы все, друзья. К сожалению, друзья, пока все. На бипишке особо не разгуляешься. Нужно купить прайм аккаунт, чтобы прям можно было нормально так закупаться в магазинчике. Но прайм, друзья, реально 75 рублей. Это ведь мелочь. Ну, серьезно. Поэтому, друзья, покупайте праймы и закупайте скинами. На этом у меня все. Спасибо большое за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. У микрофона был Мавк. Всем удачи и пока.